И тут вот погода вновь преподносит россиянам сюрпризы. На Краснодар в обед обрушился сильнейший ливень с градом. Стихия бушевала около часа. Из-за обильных осадков парализовала центральные улицы города. В некоторых местах вода достигала 30-40 сантиметров. В экстренные службы стали поступать сообщения о затопленных машинах и дворах. Но на кадрах видно, пешеходы по колено в воде, автомобили буквально плывут по дороге. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось частично перекрывать некоторые улицы, чтобы машины просто-напросто не утонули. По сообщениям местных служб, на данный момент вода уже пошла на спад, и ситуация нормализовалась.